обещали меня удать. Теперь будем подстерегать ее. Хорошо, вот вы верите в дружбу. Ну, а вот если ваш друг совершил убийство или, скажем, изменил идеи, вы простите его? Убийство мне отвратительно. Но я могу понять поступок, вызванный глубокой страстью. Хотя вот от друга, изменившего идеи, отвернусь. Нет, 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 он не изменил идеи, а, скажем, перешел от одной идеи к другой. Не знаю. Не знаю. Но если идеи близки, сходны, то в этом следует разобраться. Если же полярны, то процесс не может быть стремительным, и мы разойдемся постепенно. Сколько у вас проблем? Стоит ли этого люди? Вы задумывались, что отличает человека от животного? Наверное, совесть. Совесть? Это плетка, которой каждый подстегивает всех, кроме себя. Чушь! Пустой звук! Это химера! Вы так еритесь, будто она вас тревожит. Нет, мне приятна наша беседа. Вот вы образованный человек. Вас не устраивает моя правда. Опровергните меня по всем правилам. Ну? Образованный, нет. Правда, когда-то я был студентом, и только давно. Я не умею говорить, да и никогда не умел. Но мне кажется, что правда, которую надо так старательно доказывать, это уже не правда, а просто сумма доказательств. Правду ощущают, чувствуют. И не тратят столько слов. Ну, если, конечно, уверены в ней. Прекрасно. Мне не хватало вас, Сергей. Но я думаю, мы еще продолжим наши беседы. Съездим на берег, посмотреть на праздник детей природы. Боже мой, как они счастливы. Хотите, я вам сыграю? Берется! Берется!